Как написать свое первое произведение, рассказала одинцовским старшеклассникам писательница Марина Скрябина. Литературная встреча прошла в Одинцовской библиотеке номер один. Свой творческий путь Марина начала со школьного возраста. Сейчас за ее плечами 7 романов, один детективный, остальные романтические. Я не могу не писать. И этим все сказано. Я обязательно найду тему, которую надо осветить непременно, и сяду за новый роман. Это просто... Я не могу без этого жить, на самом деле. Контакт с ребятами наладили быстро. По словам Марины, она часто беседует по душам с дочерью. И признается, доверие читателя, в том числе и юного, главное для писателя. Мне очень понравилось, что задавали вопросы. Вот действительно, ребята. А потом мне это не сложно, потому что у меня младшей дочери 20 лет, поэтому ну, мы приблизительно знаем, о чем речь. Автор привлек своей теплотой, добротой. Ну, вообще все в целом супер круто. Школьники задавали вопросы, многие из которых были совсем не детскими, о жизни, книгах, творчестве. А Марина поделилась планами на будущее, пожелала ребятам не бояться проявлять свои таланты и, конечно, больше читать. Встречи с писателями полюбились посетителям библиотеки номер один. А гостям здесь всегда рады. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».